Всем привет, ребятки! Я сейчас нахожусь в новеньком заведении, называется «Эль Пака». Здесь очень вкусно готовят кофе. Мы его уже продегустировали. Здесь еще очень много всяких таких вот бижутерий, то есть таких вот мелочушек, одежда, то есть такое. Замечательная барная стойка, замечательные хозяева здесь. Здесь очень классное место, мне нравится. Так вот, такой бар. Отлично, атмосферно так. Посмотрите на потолок. Круто, правда? Так вот. Мы на самом деле как бы еще, ну, у нас кофе очень хороший, сам по себе он из Далата. А, тоже из Далата? А? Из Далата это класс такой. Да, вот. И, ну, в общем, сейчас... Да, запах вообще стоит. Да. Ну, кстати, первый раз вижу, когда так вот делают кофе. Прости, я кормлю свою подругу. А? Русской гречкой. Гречка? А, гречка. Самое редкостное, что есть в Минчанге. Ты знаешь, по, по-моему, по 200-300 рублей продают пачку гречки. Да? Для нас, на самом деле, это вообще очень прям новое. Я вообще такой первый раз вижу. Ну да, многие еще даже вот не знают вот таким способом заваривания. А это и есть альпака, получается, да? Ну да. Класс. Наш домовой. Ну, в каждом доме должен быть домовой. Я всегда по пенке оцениваю. Если ну, пенка вкусная, значит она должна быть очень вкусная. Сахар добавляла? Нет, честно. Скажи свое честное мнение. Сейчас я дойду, да? Вкусно? Да? В общем, мы попробовали кофе. Мне оно очень понравилось. Даша, тебе понравилось? Очень. Да. Staring at the window.
not the one.